Всем привет, Сумбработы Инкинг, и сегодня мы поиграем в FNAF TD, и сегодня будет челлендж номер 4 уже, потому что под прошлым роликом вы так быстро набрали лайки, поэтому продолжаем рубрику челленджи. Кстати, скоро у нас юнит закончится, у нас осталось Фокси, Фредди, Марионетка и все вроде, потому что за эндоскелетов, автонов и кого-то мы еще играли, я забыл. За Бонни? А, ну, Бонни это было на другом видео, так что, если ты не видел, то заходи в телеграм-канал, там тем более розыгрыш на 15 призов. Значит, давайте. Шайни Валькирия Чика Прайм. Ё-моё. Почему она даже не пишется, что тут Чика, потому что, наверное, очень длинное название. Хотя, я не знаю, вот у этой еще длиннее. Ну, короче, как-то они сделали. Потом, юнит, который есть... Всего у 20 или 30 человек в мире, потому что это только топ-1 клан получил. Ну, их там дюпнули, кого-то удалили. Кстати, один мой подписчик удалил этого юнита. Теперь у нас экономика в жопу пошла вот с этой Чикой. Ну, она, наверное, никому не нужна. И эволюция Фантом Чики. Вот Фантом Чика, вот она хорошая. Вот мне всегда нравится Фантом Чика, поэтому в эволюцию я тем более рад. Так, у нас есть 3 шайни. Одна обычная, одна дешевая, но, короче, интересное будет видео, потому что Чик у нас в игре очень много дорогих. Валькирия Чика, тем более Шайни Валькирия Прайм Чик, это эволюция, если что. Еще есть Флейм обычный Чик, у меня тем более Шайни, который есть только топ-1 кланов. Я даже не знаю, кто там в прошлом сезоне топ-1 взял. В этом сезоне у нас уже закончился клановая война, мы узнаем это через неделю, какой будет юнит в клановой битве за топ-1. И мы, как всегда, по классике будем шестую ночь в четвертой игре. Ну, уже, мне кажется, в следующей части мы будем уже играть в пятую, потому что она уже выйдет какого-то там 28-го. Ну вот, мне кажется, я хочу подождать, вдруг там... Я хочу за Фантом аниматроников сыграть. Так, значит, здрасте. Она вот, в принципе, хорошая, поэтому можно ее сразу так ставить. У нее урон большой, она не такая слабая, как другие... Вот эти ядовитые всякие. Вот у нее урон от яда самый сильный почему-то, я не знаю. Как-то они сделали ее нормально, в принципе. Так, мне надо, наверное, накопить на Валькирию Прайм, но вначале нам надо дефаться. Видишь, они пока что справляются. Это я с автоскипом, понимаешь, как я тащу с автоскипом? Это имба. Они вообще дисбалансные какие-то, потому что, ну, они редкие, все тут 3 Найтмэра у меня. Ну, если ее можно считать Найтмером, она секретка. Но она какая-то очень сильная, что для Найтмера она... Да, очень сильно, она там миллион урона я проверял наносила. Потому что она сплэшник. Валькирия даже меньше урона наносит, но она не рассчитана на сплэш. Она рассчитана на одиночную цель. Так, ну вроде все нормально, давай вот этих поставим по приколу, почему бы и нет. Реально, почему бы и нет, она просто есть, ну, посмотреть на нее, типа. Я за нее не играл ни разу. Ну, она слабенькая. Вот у нее урон от яда говно. Вот прям вот понятное дело. Посмотри, у нее там урон. Я проверял, я ее одну ставил. У меня там урон, что ли, 500. У этой Чики там 10 максимум. Потому что это, понятное дело, говно. Знаешь, я тут вижу плохих ребят, которые проходят. И я недоволен этим. Я ненавижу баломбоев. И видишь, я из-за того, что отвлекся, я проиграл. Но сейчас я... Валькирию Прайм поставлю вовремя, я выиграю. Кстати, ее прокачал на максимальку, к тому же 1800, 18 тысяч в секунду. Что за больница? Еще до нерфа у нее было там 900, то есть у нее там где-то было 21 тысяча в секунду. Сейчас ее нерфнули там на 200, на 200, нет. А, да, на 200 урона, короче, ее нерфнули. Вот, она какая-то имбовая слишком была. Ну, спасибо, что нерфнули, потому что игра была бы дисбалансная. Это самый лучший ДПСер в игре сейчас. 60 тысяч. Вот прям со всеми бафами она носит. Так, ну давай. Значит, заново ставим Валькирий. Может, надо там, наверное, Флейм и Пресс поставить на черь. Я не знаю. Ну, давай еще раз поставим ее. Просто реально вот с ней, как будто сейчас смотрел, какой у нее урон. Горит, горит. Это, блин, еле-еле убивает. Ой. Ой-ой-ой, опять проходит. Ну что ж такое, я отвлекаюсь. Вот тут надо концентрация, да. Так, мне бы поставить... Вот так вот, потом вот так вот. Давайте, горите. Так, все, у меня... Да блин, чё ж у меня так все плохо? Тихо.
Одна валькирия прям есть. Терпеть. Я не буду на нее тратить, она бесполезная пока что. Надо сейчас главных качать. Это прям вообще челлендж, я вам так скажу. Ты, блин, с автоскипом, кстати, на вторую накопил. Пусть она будет здесь. Блин, капец она дорога, но она уже 10 тысяч наносит в секунду. Давай я вот эту удалю и перемещу сюда. У нее просто радиус маленький, потому что это Shadow, а не Папец, например. А лучше вообще Avengers был. Так было бы вообще замечательно, какой это Валькирия. Они же вроде радиус одинаковый на первом уровне. Без энчантов. Видишь, у нее даже циферки не меняются, потому что у нее... А у нее Shadow вроде не дает буст, и дает же, не? Ну, короче, ладно. Тут надо сейчас сплэш качать, потому что этих блумбоев до хренища, меня не бесит. Вот именно тут самая жесткая волна, это была 8, 12. Ну, короче, вот это все. И сейчас мы, кстати, выиграем, да? Ладно, пока что можно отдохнуть, потому что идут пока что Фредди. Вот что это сейчас было, я не знаю. Кстати, у нее хитбокс находится здесь почему-то, я не знаю. Вот эту Валькирию тоже прокачать, у нас денег дофигища, мы прям вообще богатенькие. Вот тут Валькирию поставим, чтобы вы тут не мешались нам, пока там проходит. Ну-ка, нет, кстати, когда я прокачал, у него большой радиус. Просто на первом, наверное, чтобы для баланса было нормально. Да-да-да, 25%. У Shadow 25%, вроде. Да-да-да-да-да. Так, ну все, в принципе, мы сделали главное, это изи-катка. Тут уже даже думать не надо, это изи. Ну, что могу сказать, они вообще все имбовые, кроме вот этой. Просто стартер нужен был, хотя тут и так 20 тысяч дают. Давайте работать. Причем у этой Валькирии есть 5 уровень, а у этой, ну, 4. То, что, ну, это вышло после, а это перед добавлением. То есть это было до Скотта. Когда добавили Скотт, там уже добавляли больше уровней, 7-е, 6-е уровни. Ну вот. Так, какой у него урон? Да, 18 тысяч. У этой, ну, это миллион нанесло, хотя это тоже уже миллион нанесло. Короче, обычная Валькирия Чика прям вообще говнище. Зато у нее КД маленькая. Так, еще одну могу поставить, ну, пусть будет. Где-нибудь здесь. Пусть стоит. Ну пусть там сюда. Она даже без анимации, смотри, она просто в Т-позе стоит. А я даже не успел сделать превьюшку. Нет! Вот, все, ребят, я забыл про превьюшку, но не сомневайся во мне. Yes! Мы прошли! Это был самый легкий челлендж, если честно. У меня с Мангл прям вообще было жопа, там надо было тайминги ловить. Вообще надо было вначале, да, реально качать баунти, потому что баунти имба. Кстати, убрали баг, что там вначале 3 эволюции показываются. Зачем? Для кого? Я хочу, наверное, еще раз проверить. Я хочу проверить в ивенте, который там вышла вторая как раз игра, я хочу проверить на Найтмер, потому что Найтмер там вроде жесткий, да. Только там денег нет. Как я смогу? Я не знаю, как я смогу. Автоскип тут можно сразу вырубить? Есть можно. Ну, не знаю. Как можно там денег нафармить-то? Там у юнитов уже так много хп. Там невозможно, наверное, с этой Валькирией. Не, наверное, это проигрыш. Там даже, наверное, играть не надо. Ну, проверим. Не проверяешь, не узнаешь. Давай проверим. Давай проверим. Давай. Ну, быстрее, ну что такой медленный? Давай, я уже вижу, что тут я стою, давай. Давай. О, привет. А, 4000? Все равно мало. Так, вот сюда выходит засранц. Вот здесь выходит засранц, и тут выходит засранц. Тут качаем. Вот видишь, какой маленький урон. Урон от яд, ну, 30? Нет, там что-то 25. Почему там 5 в конце? Все, у меня хватает на импресс. И... Хватило на импресс? Что, я выиграл? Нет. Что-то, возможно, я выиграю. Нет, надо проверить. Проверить надо, что-то я уже выигрывать начал. А нет. Ой-ой. Нет. Так, вот сюда импресс еще поставить. Так вот. Так, вот эту тоже качаю. Ну, что, пусть будет. Так. Ты вот это! Ты! Хорош! Хорош. Вот этих тоже добей. Молодец. Чё, серьезно выиграть можно? Нифига себе, вот это проверка. Вот это я не проверял. Так, у меня уже на Валькирию Прайм хватает. Да, вначале сложно, но из того, что там дофига денег дают, мне кажется, тут вообще легко пройти.
Так, вот сюда ставлю. Так, вот тут проходит. Да, не, не проходит. Чику, ну вот эту чику, что с ней сделать? Блин, что с ней делать? Зачем она мне нужна? Вот сюда могу засунуть. Их сюда можно ставить? Нельзя, а вот тут почему-то можно, странно. Я хочу всех валькирий прям поставить. Кстати, у нее хитбоксы баганые. Ну, видишь, они толстые. Она либо жирная, либо из-за крыльев, я не знаю. Ну, вроде, наверное, из-за крыльев, хотя у меня другой вариант складывается. Нет! Это... Что? Вторая попытка. Блин. Ну, это была реально моя ошибка. Очень тупо. Очень мега тупо. Сейчас денег на фарме. Сюда... Сюда. Да, ну денег она много фармит, кстати. Flame Impress ставим. 40 хп просираем. Да и что? Ну и что? И что мне будет с них? Да ничего не будет. Все, Impress ставится. Почему нет тут Шани? Не хотят они фиксить, да? Так. Так. Работаем. Тут у нас все, проблемы нет. Так, все. Вот сюда куда-нибудь поставлю, чтобы они тут... Хотя нет, наверное, сюда, потому что тут... Тут они прям рядом стоят, они уроды. Ненавижу их. Нет. Молодцы. Молодцы, молодцы, молодцы. Молодцы, молодцы, холодцы. Ха! Какой прикол, вспомню, тупой. Ох, вам, наверное, кринжово очень. Согласен, мне тоже. Так, там шоу тайм какой-то папит идет, у него 60 тысяч хп. Причем он выходит именно с этого входа, потому что там ничего не выходило. Хотя тут вообще кто-нибудь выходит, а ну да, выходит, кстати. Нифига себе. Блин, за ее хитбоксы я ничего не могу поставить. Все. Я, кстати. А, я могу. Так. Сюда, 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 сюда. Сюда денег нету. Все, сейчас будем качать их, потому что там у них. Вот, 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 пошли, 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 уроды! Тихо, 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 стоять, 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 ковбой, yes. Вот сосранцы, смотри. А потом, смотри, какие идут. Обычные идут. А чё они резко так пошли, офигеть. А вот они опять идут. Идут, 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 да, 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 и напугал, напугал. Меня в первый раз напугал, сейчас ты чё? Нет. Ладно. Ничего. Ничего. А чё? Ничего. Еще вот таких чик поставлю, чтобы они тут тоже работали. Блин, у меня так много этих валькирий чик. Их 4 можно поставить. Из-за этого у меня их завалить просто. Я не знаю, что с ними делать. А ну-ка, 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 ну-ка. Не надо тут мне, не надо, не надо. Давайте, умирайте все. Потихонечку. Каждый по порядку умирает. Давайте, давайте. Не надо мне тут толпой ходить к проходу. Не надо. Не надо, не пугай меня. Вот страшно мне с них. У нее как будто урон большой, да, 2000 в секунду. Сплэш. Я не знаю почему, но она реально много урона наносит. 600 тысяч. Хотя она вроде по статистикам слабая. Но из-за того, что она сплэш типа сильная. Хотя спектральная чика тоже. Кстати, уже 15-го она. Да, у нее... у нее КД просто маленький. Ой, большой точнее. А, мне не хватит денег. А где босс? Он здесь? Тут? Кто? Где босс? А вот тут он, да. Я помню, он тут выходил, я помню, да-да-да. Вот тут снимал видео, вот отсюда вышла голова. Значит, я сюда готовлю. Готовлю защиту сюда. Так, денег хватит на вот эту? Сколько там? 80 тысяч, ага, понятно. Так, эта чик, она бесполезна. Тут уже ничего не будет выходить. Ой, случайно валькирию удалил, прайм. Moonlight Mangle, страшилка ты, конечно. Сейчас я денег с тебя заработаю, ой, ты... Вот если бы ты денег не давала, было бы, да, сложно. А ты смотри, сколько денег сейчас даешь, ух. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой, как много денег, спасибо, спасибо. Прошли 2 самых сложных в игре ночей. Ну, как тебе такое? Может, всегда, наверное, так, да? Ивентовый пройти, например, потом пройти максимальную игру на Найтмере тоже. Ну, как вам такая идея? Напишите мнение. Ну, а с вами был Роботин Кинг, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи и всем пока.